Главное, о чем мы говорили, это завершение модернизации двух заводов и перспективы. Мозырский завод, мы определили, что это топливное направление, перспектива, у них топливо, будем работать и над глубиной, будем получать светлые нефтепродукты, но главное это рынок. Получить сегодня светлых нефтепродуктов можно сколько угодно. Вопрос в том, где будем продавать их, потребит ли это все рынок. И во-вторых, вы же понимаете, что покупая в России нефть, мы конкурируем с Россией на рынках, а у нас рынки общие. Все не так просто, у них маневра больше. Они могут и своим предприятиям нефтеперерабатывающим подешевле нефть закачать и получить какую-то большую прибыль, и цену там сбросить, то, чего мы не можем. Поэтому в этих условиях нам надо думать о модернизации дальнейшей. Поэтому здесь у вас двойное назначение, кроме топлива, будем мы заниматься и нефтехимией. У вас и это будет направление, и оно, как говорят специалисты, в последнее время более востребованное на перспективу. И когда закончим модернизацию в этом и следующем, в начале следующего года этих предприятий, мы посмотрим, как в дальнейшем будем модернизироваться и углубляться. Нефтехимические предприятия нам придется еще вкладываться для того, чтобы они производили нужную для рынка продукцию. Тогда и нафтану будет полегче. Мы где-то уже к концу года посмотрим, как рынок будет по нефтепродуктам, по нефти. И будучи там, мы уже окончательно определимся по дальнейшей стратегии НПЗ. Мы будем всячески способствовать тому, чтобы ваше предприятие работало. Конечно, будем давить вас до последнего, чтобы вы эффективно работали, но и помогать будем. Если вы будете шевелиться, мы всегда будем помогать, вы эту позицию должны знать, это уже десятилетиями я об этом говорю, и вы видите, что я от этой позиции не отступаю. Нам немножко повезло, с одной стороны, что мы раньше думали над тем, как жить и как работать будут НПЗ до этого маневра и разных маневров в России, и мы начали модернизацию обоих предприятий. Мы умеем производить качественный продукт, очень качественный. И вы молодцы в этом плане, и Мозыр, и вы хорошее топливо производите, и на рынке спрос на него большой, но продавать не умеем. Или, скажем так, недостаточно хорошо торгуем этим товаром, поэтому мы собрались и обсудили этот вопрос, как будем действовать дальше и как будем продавать готовую продукцию. Вот об этом мы и говорили, чтобы у нас была мощная компания. Может, ее тоже надо подвергнуть модернизации и совершенствованию, чтобы она также приносила нам и заводам больший доход от продаж.